Кто кого похитил, где улики и что зашифровано в тайном послании. На эти вопросы искали ответы юные читатели на очередном занятии проекта «Необычные летние открытия». Ребятам пришлось допрашивать свидетелей и составлять фоторобот преступника. Сегодня мы будем выступать в роли детективов, представлять себя в роли детективов. Дети разобьются на несколько групп и будут выполнять определенные задания. Кто-то заниматься поиском улик, кто-то опросом свидетелей, кто-то снятием отпечатков пальцев. Перчатки, лупа и база данных. На банке варенья преступник оставил отпечатки пальцев. Мальчишкам и девчонкам предстояло сравнить оставленные улики с досье и установить личность похитителя. Занятие на тему детективов в рамках проекта «Необычное летнее открытие» проводится в детской библиотеке впервые. У нас море книг по детективам таких детских. У меня у самой двое детей, и они очень любят читать детективные истории. Поэтому и захотелось как бы эту тему немножко побольше раскрыть. Заинтересовать детей. Роль детективов примерили на себя и взрослые. Одна из площадок была организована для тех, кто сопровождал ребят в библиотеку. Мамы, бабушки и воспитатели на несколько минут стали экспертами-криминалистами. Они сосредоточенно рассматривали шедевры живописи и пытались угадать, где картина написана известным художником, а где искусная подделка. Мы искали тоже, отгадывали загадки, искали подлинники картины. Было очень интересно, занимательно, время прилетело незаметно. Занятия в рамках проекта «Необычное летнее открытие» проходят в детской библиотеке имени Пушкина каждую среду. Следующая встреча состоится 26 июня, начало в 14:00. Мероприятие рассчитано для лиц старше 6 лет. Елена Грискова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.